С первого взгляда на эту картину и не скажешь, что здесь занимается шымкентская сборная по регби. Заросшая травой маленькая территория напоминает пастбище, которое давно оккупировали овцы и коровы. К соседству с ними наши спортсмены давно привыкли. Нет, не мешает они. Ну как, я говорю, как прохожу, они сторонку убирают, животные они. От этого не мешает нам. Регби – один из относительно молодых видов спорта в Шымкенте. И олимпийским он стал считаться тоже сравнительно недавно. Видимо, поэтому спортивный комитет пока обделяет вниманием регбистов. Яр, когда бежишь, чуть-чуть вперед, темп задавай. На проходившей Талдыкоргане первой спартакиаде по регби шымкенцы выступили достойно. Уступив только алматинской и талдыкурганской командам, где играют опытные спортсмены, наши регбисты заняли третье место. Это хороший результат для нас, учитывая плачевные условия подготовки. На спартакиаде готовились на запасном поле, сейчас запасное поле забрали, бассейн, а вот сейчас вот здесь вот готовимся на спартакиаду и чемпионат Казахстана сейчас. Больше у нас ничего нет, вот этот поле дают, там бегаем, что делать, все. Но сейчас обещают, вот буревестники стадион там организуют. Надеемся, вот стадион, если дадут, будем тренироваться, будем достигать хорошие там места, первые, вторые. Игровое поле регбистам обещают и в буревестнике, и на центральном стадионе. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Шымкентские спортсмены не унывают, а продолжают тренироваться. Впереди их ждет чемпионат Казахстана.